Ну а перед просмотром видео хочу посоветовать сервера FunnyCraft, на которых вам никогда не будет скучно. Разнообразие мини-игр, большой онлайн, кланы, эпичное PvP, дешевый донат ждут вас. IP в описании. Мы вдвоем уместимся в истребитель? Да, все продумано. Стой, а если бы с нами был Дмитрий, куда бы он сел? Тот истребитель, который стоял в ангаре, был трехместным. Если бы Дмитрия не арестовали, нас бы здесь не сторожили эти солдаты. Мы спокойно улетели бы. Стой, ты куда? Нужно почистить ВПП. Я не профессиональный летчик, поэтому ориентируюсь на разметки при взлете. Я с тобой. Что там нужно чистить? Взлетно-посадочную полосу. Чё, не знал, что это? Да не, я знал. Слушай, я вот так подумал, у нас есть истребитель. Почему бы нам просто не полететь к президенту и не взорвать его там к херам? Ты вот иногда такую глупость скажешь. Во-первых, нас сразу же взорвет его армия. Во-вторых, мы можем случайно взорвать и Дмитрия тоже. И в-третьих, нас официально признают террористами. Еще примеры нужны? Да не, все, понял. Ну раз понял, помогай очищать разметки. Садись назад. У тебя ведь нет морской болезни? Тебя не укачает? Мы полетим со скоростью около 3000 км в час. Ну, я не знаю, я на таких еще не летал. Ну что, готов? Полетели! Слабак. Все нормально, меня почти не укачнуло. Да я вижу. Ладно, пора начинать операцию. Здравствуйте. Вас беспокоит из главного штаба президента. Мы бы хотели сообщить, что к вам направляются на базу специалисты для осмотра бомбы. Что? Какие звуки? А, да нет, это телевизор. Подождите минутку. Ваня, придурок, выключись нахер! А, все нормально. Извините, на чем мы остановились? Да, наши специалисты прибудут к вам через несколько часов. Приготовьтесь, пожалуйста. Спасибо за понимание. До свидания. Ваня, ну какого черта? Ты мне чуть операцию не сорвал. Ну а я что сделаю? Кому ты звонил? Я звонил на военную базу. Нас встретят. Мы вполне законно попадем на их территорию. Я думал, мы будем лезть через забор. Ну или пророем туннель на их базу. Ты понимаешь, что эту базу охраняют сотни солдат? Туда даже муха не залетит просто так. Нужно действовать умнее. Что мы и делаем. Пошли. Мне страшно. Вдруг они поймут, кто мы. Нас же убьют сразу. Успокойся. Они напуганы не меньше нас, потому что не готовы к встрече. Ведь мы от президента с проверкой. Я не думаю, что можно так просто туда попасть. Просто? Да я изучал план этой базы. Находил много информации, узнал их телефон, узнал код для входа в конце концов. Это далеко не просто. Все, тихо.
Назовите полное имя, фамилию, отчество, скажите код доступа. Мы специалисты с проверкой от президента. Код доступа D3368. Назовите полное имя, фамилию, отчество. Петров Максим Александрович. Извините, где наше сопровождение? Почему беспорядок на КПП? Вас нет в базе данных. Предъявите паспорта. У вас будут большие проблемы, если вы сейчас же нас не пропустите. Вам разве не сообщили, что к вам приедет проверка? Два подозрительных человека отказываются дать паспорта, прикидываются проверкой из главного штаба, арестовать их и допросить. Вот черт, валим! Поздно, нас поймают! Побежали отсюда! Рядовой Синицын, что за беспорядок? У нас гости, быстро пропустить их. Извините за ожидание, проходите. Что за бардак? Сделайте выговор этому рядовому. Да, конечно. Куда вас проводить? Для начала мы хотели бы посетить центральный зал. Пройдемте за мной. Вы весьма осведомлены нашей базой. Что-то случилось? Сейчас мы посмотрим, что случилось. Странно. Нас обещал встретить ответственный за производство в секторе 4. Не могли бы вы его найти? Да, вы можете подождать нас тут. Бежим! Осталось около 3 минут, пока нас не распознала система защиты в здании. Что? А что за сектор 4, о котором ты говорил? Это сектор по производству бомб. Нет времени для разговоров. Быстрее, шевели ногами! Где охрана бомбы? С управляющим, они ищут нас. Заходи. Так, я пока буду обезвреживать бомбу. Стой на выходе. Понял, работаем. Стой. Мне кажется, или... Что? Бомба уже обезврежена. Как так? Стойте, стойте! Не двигаться! Какого черта? Нам нельзя оставлять свидетелей, убей его! Подождите, я вас знаю! Что ты сказал? Не убивайте, я никому ничего не скажу! Ты сказал, что нас знаешь? Да мы все с напарниками знаем вас! Вас показывали по телевизору, вы же спасли того мальчика и обезвредили бомбу! Нас показывали по телевизору? Вы пришли сюда устранять очередную бомбу? Почему бомба уже обезврежена? К нам пробрался один мой сослуживец, похожий на него, и он обезвредил эту бомбу. Мы скрываем это от генерала, потому что не хотим, чтобы погибли люди. Как звали этого парня? Бегите, бегите, я не скажу ничего о вас. Бежим, быстрее!
доставай оружие. Пора им показать нашу силу.